Всем привет, дорогие друзья! С вами канал The Top Gamer, и я Димон. И 15 числа этого месяца вышла игра под названием Shadow Fight 3. Давайте поглядим, что она из себя представляет. Поиграем и оценим геймплей. Вот такая вот заставка у нас сейчас появилась на экране. Многим моим друзьям она не понравилась, но однако мне кажется, что вполне нормальная заставка. И все, нормальная заставка. Так, походу Google Play. О, я же привязал. Опаньки, ну все это ГГ. К сожалению, походу вы не увидите обучение, потому что я синхронизировался Google Play сервисами. А нет. Да, к сожалению. Перезагрузка, то есть обучение не вы не делаете. Ну ладно, что поделаешь. Собственно, ну вот так вы можете увидеть, что ну, оптимизация вполне нормальная. Вот так все такое. Ладно, давайте перезагрузим. А, то есть здесь никак не обойдешь, надо обязательно перезагрузить. Ладно, перезагрузим. Ну, в принципе, ничего страшного. Прошу прощения, то, что так вышло. Я ожидал, то, что оно сохранится. Я вообще хотел с вами нуля вам показать, как это все работает. Ну, значит, этот видеоролик будет называться просто прохождение прохождение Shadow Fight 3 и 1. Ну, первая часть. Кстати, если вы хотите вторую часть, то если под этим видеороликом набирается 5 лайков, то тогда да, выходит следующая часть. Опять перезагрузка. Да вы издеваете, что ли? Вот если набирается под этим видеороликом 5 лайков, то тогда я выпускаю следующую часть. Ну хотя это может быть и не точно, потому что я могу выпустить, ну, я буду выпускать эти ролики на моем канале где-то раз в три дня, либо раз в неделю. Но это уже по моим личным причинам раз в неделю. Ну что ж, хотя бы сейчас пойдем в битовку против игроков и поглядим, на что они способны. На что я способен. Надеюсь, сейчас все нормально будет. Да вы издеваетесь? Сколько надо ее перезагружать? Ты пипец. Ладно, если я нормально все настрою, то я вернусь. Я перезапустил игру и... я запустил Guns N' Glory. И видел, что этот игрок зарейтил меня. Ладно, если серьезно, то... я заново перезапустил, и у нас появился Денрау. А, опять ты? А где твоя подружка? Продолжить. Алло. Так должно быть. Моя ошибка в том, что работала на неблагодарную династию. Только у меня хватило решимости напасть на Легион Первым. Продолжить. Глава 1. Легион. Я могу напоминать тебе об открывшихся сундуках, если захочешь. Джун нам говорит. Смотри, как продолжить не работает, а я не нажимаю. Ладно, придется вот так это работать. Я могу напоминать тебе дважды один тот диалог, что... Лол! Это мое последнее сохранение. Это еще где-то не открытый сундук, лол. Если что, сейчас я вожу и пытаюсь покрутить, но нифига не крутится. В смысле? Ладно. Уже какой раз перезагружаем эту игру. Она какая-то странная. Вот. Ты какой-то странный, блин. Что с тобой?
Или ты какая странная компания Некки. Что ты? Как ты? Как? Я не понимаю. Даже слов уже не хочу говорить. Ну, хотя придется. Иначе видеоролик получится скучным. О май гад. Сори за посторонний звук. Сейчас вернусь. Я возвращаюсь, но тут происходит что-то очень странное. Сейчас я веду в нижней части экрана, у меня не крутится. Беру верхнюю часть, и у меня все спокойно крутится. Ну, верхняя часть вот где-то в ВК 127. Сейчас беру верхнюю, кручу, спокойно все крутится. Странно, внизу это не работает. Я сейчас могу уже начать дуэль? Нет. Я не понимаю, что с этой игрой. Она, вот это приложение Азескерной Корда, походу, он не оптимизирован под эту игру, потому что я недавно вышел, только 2 дня назад. Это пипец. Это пипец. Я нажимаю на эту дуэль, но нифига не нажимается. Единственное, что я могу это открыть сундук. Ну, здесь высветится реклама. Небольшой спойлер. Кристаллы, да ладно. Вот реклама. Быстрая карта, но я не буду убирать. Здесь у меня сейф прошел на этом месте. Это, вот видите, продолжение не нажимается. Это лол, это просто лол. Хм. Ничего не работает. Это пипец. Не оптимизировано жестко. Ну что ж, мы выяснили то, что нифига. Shadow Fight 3 не поддерживает пока что продолжение Azure Recorder. Но, наверное, выйдет скоро обновление Azure Recorder. И будет нормально снимать Shadow Fight 3. Ну, на этом наш видеоролик, к сожалению, подходит к концу. Я рассчитываю его растянуть, пройти обучение, сыграть несколько боев в глобале. Но, к сожалению, этого не будет. Из-за этого Azure Recorder, который вообще говно. Ну, ладно. На этом наш видеоролик подходит к концу. С вами был канал The Top Gamer, я Димон. Обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать дальнейшие мои видео. И еще раз напоминаю, если под этим видеороликом набирается 5 лайков, то тогда выходит видеоролик уже по другой игре. Ну или же по этой, как я не могу запустить. Или я там, я не знаю, сниму то, что в техподдержку, там напишу в Azure Recorder, то, что не поддерживает нижнюю часть экрана. Но это в крайнем случае, то есть не в крайнем, но в любом случае, вот так хотел сказать, простите за оговорки. Это вы же все увидите в другом видеоролике. Всем удачи и пока!